Форматирование текста. Инструменты форматирования предусмотрены в каждом редакторе, позволяющем работать с текстом. В данном уроке мы рассмотрим, как отформатировать текст в CorelDRAW. Выберите на панели инструментов инструмент «Текст». Затем выделите текстовый объект и выделите в нем нужный текст для форматирования. Теперь мы можем приступить к редактированию выделенного текста. Так, вы можете выбрать шрифт текста. Для этого раскройте список шрифтов и выберите один из вариантов. Стоит отметить, что шрифты, рядом с которыми отображена стрелка, имеют дополнительные параметры. Так, например, можно выбрать жирный или обычный шрифт, а также жирный или обычный курсив определенного шрифта. Находясь в режиме редактирования текста, для использования списка шрифта можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl-Shift-F. На месте расположения курсора отобразится поле списка. Развернув список, вы сможете выбрать нужный шрифт. Также несложно изменить начертание шрифта выделенных символов текста. Для этого надо щелкнуть на одной или нескольких кнопках, расположенных на панели управления «Жирный», «Курсив» или «Подчеркивание». Начертание символов будет изменено. Отформатировать текст также помогает окно «Форматирование символов». Вызвать его можно с помощью контекстного меню. Для этого кликните правой кнопкой мыши по текстовому полю и выберите команду «Форматирование символов». С помощью данного окна несложно изменить отдельные свойства выделенных символов текста. Например, вы можете использовать подчеркивание, надчеркивание и зачеркивание. Эти опции используют для выделения отдельных фрагментов текста. Для этого выделите текст. Затем раскройте группу «Эффекты символов». Как вы видите, напротив опций «Подчеркивание», «Зачеркивание», «Надчеркивание», «Верхнего регистра» и «Положение» имеются списки, развернув которые, вы сможете выбрать параметры применения данных эффектов. Например, развернув список напротив команды «Надчеркивание», вы сможете выбрать «Одинарное тонкое», «Одинарное жирное» или «Двойное надчеркивание символов». Также вы можете настроить смещение символов. Для этого раскройте группу «Смещение символов». В полях «Угол», «Горизонтальное смещение» и «Вертикальное смещение» укажите значение для смещения символов. Так, указав в поле «Угол» значение 90 градусов, вы повернете каждый из выделенных символов на 90 градусов. Таким образом, вы можете отформатировать текст в CorelDRAW не только с помощью стандартных параметров, но и с помощью дополнительных эффектов, расположенных в окне форматирования символов.